Всем привет! На улице прям настоящее лето, уже жара. Не майское далеко, там прям июльское. Говорят, что будет еще жарче. Я, конечно, этого боюсь, потому что в это время я буду работать, а у нас очень жарко в нашем помещении, скажем так. Ну, очередные выходные, мы им очень-очень рады. И, к сожалению, у нас не получилось отправиться на дачу помочь папе. На следующих выходных мы обязательно отправимся и поможем. Ну, постараемся. По крайней мере, мы точно выберем выходные и съездим помочь, поснимать. Ну, конечно, помочь в первую очередь, потому что папа столько всего там делает. Вот, но сейчас мы едем смотреть дачу. Просто одни знакомые очень-очень просили нас посмотреть дачу. Вот, ну, нам она не нужна. Но как бы мы съездим и посмотрим. Вот, просто они решили ее продавать. Естественно, хотят продать знакомым в первую очередь. Но мы посмотрим. Но у нас уже есть, и дел там не в проворот. И заняться хотя бы ею было бы неплохо. Потом поедем оформлять мне загранпаспорт, потому что я до сих пор уже второй год в браке, как я сменила фамилию. И я до сих пор его не оформила. Но это все-таки паспорт заграничный, поэтому я очень надеюсь, что за это никаких штрафов не будет. Ну, как дальше мы там спланируем день, я не знаю пока. Вот, но пока едем в такое летнее замечательное путешествие двухчасовое по разным дачам и СНТ. Вот, потому что пока доберемся туда, успеем проехать еще какие-то, посмотреть. Я очень люблю смотреть деревенские дома, потому что я обожаю деревню. Нет, тут в первый раз еда бежали. Чуть-чуть. Опять хотя встали в пробку, причем очень большую. Да, поэтому большой. Да, мы поэтому опять пытаемся объехать хотя бы немножко. Потому что дорога еще длинная, пробок впереди еще не одна. Хотя бы немножечко время сократить. Посмотрите, как все зелено. Прям настоящее лето. Конечно, выглядит прекрасно, так свежо. Ну понятно, если дом. И у меня также. Пыльца. Вы не решили вверху садик сделать? Так лучше? Да я откуда знаю. Понимаете? Ходить в баре. Каждому свой. У вас есть половинка документов?
7 написано. Ну, не важно. А, в документах. Ясно. Ясно. Так, ну выезд тут один получается. Дим, да? Хочешь вот здесь надо, хочешь как хочешь. Ну вдруг там машина стоит, вот приезжай. Маш, не скажешь, как закрывать, чтобы я Диму? А, все. На себя. Ну так, все. Ну, атмосфера, конечно, нам понравилась. Атмосфера приятная, так все. Уединенно, подальше. Электрогорск. Очень приятный город. За этот рынок нам говорили, что там помидоры, фрукты, овощи. Может, там клубника продается? Как-то мы постоянно... А, вещи? Ну, он говорил, что там помидоры где-то. Холодный квас. Красота. Да, так если идти шагом, не знаю, каким он шагом. Нет, ну интересно выходить, да, в город? Еще на это понятно, да. Вот электростанция. Ты же ее увидел, да? Ну, я по карте смотрю, она вот там, по левому. Едем обратно, пробка стоит. Ну, мне кажется, все-таки мы в такой не стояли, да, Дима? Собрались мы совершенно неожиданно съездить в ресторан, но солнечная погода куда-то делась. Даже не знаю, конечно, без разницы будет сидеть в заведении вечером, но не знаю, как-то не совсем приятно. Ну, в общем, собраться мы собрались, но что-то даже не знаю. Сейчас хотя бы дождь остановился, потому что лил просто как из ведра, гром был, заснять не успела. Думаем, размышляем. Ого, ну это еще ничего было. Мы все-таки решили съесть, несмотря на такую ужасную погоду. Нас ничего не осталось. Ну, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Да и нет, потому что можно громко пообщаться, то не знаю. Радуга. Где? Там радуга, посмотрите. Где? Да, да, да. Почему я не вижу? Где она? Сейчас, за деревьями. Слабо она тут. Видно? Но... Мы уже в автографе сидим, мне все очень-очень нравится. Нас посадили на очень хорошее место. Мы попросили, правда, пересесть на другое, и нам тоже разрешили. Вот, пока тихо, пока еще нет ни Софии, ни Вячеслава, но мы их очень-очень ждем. Заказали покушать, мы такие все голодные, просто не передать. Вот, и очень рады, что заставили себя поехать, несмотря на погоду, несмотря на дожди, несмотря на то, что мы очень устали и все такое. Сейчас мы всю нашу усталость выпустим, и все будет хорошо. Вечер только начинается, я думаю, что все будет здорово. Нам принесли напитки. Цитрусовый лимонад, он просто у них потрясающий, обожаю. Оля, ты что-нибудь скажешь? Спасибо. Это сено. В этот раз у них будет другой сено. Маша, ты снимаешь? Да. Ну ты это как-нибудь закроешь? Что именно я закрою? Yeah.
обычно мы идем танцевать намного позже, но хотим уже сейчас. Ну и куда же без туалетных историй? Сегодня я без кудряшек, но ничего, поскольку мы спонтанно поехали, не собирались, я не успела ничего с тобой сделать, но ничего страшного, ничего страшного. Оля сегодня богиня, я уже говорила, это дар трассы. Она не верит, но она ничего не понимает. Все, идем танцевать, я очень хочу танцевать. Люди, а ты со мной потому что играли песни, которые заказывали. Но эти песни были типа там с днем рождения и все такое. Это не то. Но зато я сейчас как пущусь в пляс. Вот, я прям очень-очень планирую. Вот. Ребята немножко приуныли. Мы ждем музыку, танцев. Проветрится, потому что в зале очень жарко, но очень красиво тут вечером, не так холодно. Там вон луна, даже луну видно. Отойди. В принципе, заработать денег. Приезжали, были в шубах, в сапогах, а теперь мы прям раздеты полностью. Даже в общезвездной одежде надевать не обязательно. В общем, всем до новых встреч. Переходи, правда, да? Короче, беги, один слово. Я говорю, один слово. Ну да, но видите, машина вот. Все, мы идем.